Не привлекать внимание злобных инопланетян, просят видные ученые и сотрудников НАСА, профессора Калифорнийского университета, которые как раз и занимаются поиском разумной жизни во Вселенной, с тревогой отреагировали на недавно, где мощным сигналом направили песню Битлз под названием «Через Вселенную». Эти осторожные люди говорят, что таким образом человечество обнаруживает себя. Какова гарантия, что те, кто услышит послание, существа миролюбивые, а не такие, например, как герои фильмов «Марс атакует» или «Война миров»? Астрономы нас заметили мчащийся к Земле таинственный объект. Эксперты уже называют пришельца странным, гадая, то ли это астероид, то ли сошедший с орбиты искусственный спутник или попросту космический монстр. Сообщения о наблюдениях неопознанных летающих объектов. Очевидцы делают потрясающие кадры, на которых в деталях видны корабли пришельцев. Отправка песни к звезде – далеко не первая попытка послать сигнал братьям по разуму. Многие межпланетные зонды, некоторые из которых уже вылетели за пределы Солнечной системы, снабжены дисками с записью земных звуков и изображением человека. Почему я должен проходить через это? Только чтобы узнать. Что-то было сделано не для меня. Сердце поёт.
Число жертв заросло до 96 человек. Более 20 раненых. Прежде чем запускать в космос информацию о самих себе, мы должны оценить степень риска. Очевидно, что не все инопланетяне будут нашими друзьями, и не стоит раньше времени искать с ними встречи.